Поехали. В общем, пацаны, я хочу поднять вопрос за то, что мы смогли найти время встретиться посредине нашей жизни. Ну, плюс-минус, там, полгода, один год. Ну да. Полтинник – это средина жизни. А есть вот этот город, который нас всех соединил и соединяет каждые 5 лет. Поэтому сегодняшний вечер хотелось бы даже в малом составе, а это даже легче, когда в малом составе, провести не просто как ямку или просто хочется побольше пообщаться. Когда мало народу, даже легче пообщаться. Хочется выразить большую благодарность вам, что вы пришли, потому что это касается и вас тоже, а не просто что... Эдик, мы с тобой. Это не то, что я приехал, просто... Ну, ты организовал ее. Из-за того, что мне, честно говоря, всех вас всегда приятно. Поэтому я не знаю, как вам. Было бы неприятно, не пришли. Несмотря на то, что там кто-то какие-то распри между своими дичанами, но тем не менее, я считаю, что это очень замечательно, что мы пришли. Поэтому давайте сегодня постараемся провести вечер так, чтобы мы могли поговорить, а не вспоминать потом. А ты что, был там, что ли? За то, что мы здесь собрались, что нам уже чуть-чуть, около 50 плюс-минус. И несмотря на то, что каждый из нас по имени отчеству где-то величает, на работе, на службе, мы для друг друга остались и останемся, я уверен, навсегда Эдиком, Юрой, Мишей и Андреем. Чтобы та дружба курсантская, которая она была, она осталась с нами до конца нашей жизни. Давайте, за курсантскую дружбу, мальчишки. Давайте. Как тебе получится? Как тебе получится, Андрей Станиславович?